Заканчивается регистрация на участие в независимом тестировании. Сегодня принимали последние заявки. Красноармейский ажиотажа не было, рассказали педагоги. Школьники оформили необходимые документы заранее. Напомним, анкеты принимали с 3 января по 5 марта. Абитуриенты проверят знания не более чем по 4 предметам. Сессия оценивания начнется 3 июня. В городе Красноармейске будет работать 3 пункта тестирования. Это общеобразовательная школа номер 9, общеобразовательная школа номер 2 и учебно-воспитательный комплекс. Кроме того, будет пункт работать еще на базе индустриального института по предварительным данным и технического лицея.